Ребята, всем привет, с вами Александр, Jurassic World Alive, и времечко нам создать нового гибридика. Давайте сейчас мы на него поглядим. Это у нас Димодактиль. Так, гибрид Тупандактилуса, да, или как там, да, Тупандактилуса с нашим новеньким Диморфодоном, да, по-моему, да, с Диморфодончиком. Так, давайте об этом существе. Большой гребень и тяжелые челюсти сделали спину этого гибрида невероятно сильной. А уже благодаря ей его крылья стали одним из мощнейших среди всех птерозавров. То есть спина, крылья, ну вообще-то крылья — это грудь, как бы, голова к спине, такое себе отношение. Ну короче, странное какое-то описание, вообще дико странно. Но мы знаем, что он похож на тапиялозавра из Jurassic World The Game. Да, ну вот тут я, если не затыкаю, вставлю картиночки для сравнения. Ну, времечко его создать. А, это он у нас эпический, да? То есть он будет сразу у нас какого уровня? 15-го, что ли? 11-го уровня. Ну, отлично. Как раз. А еще он мне напоминает вот этих вот там каких-то мелких тварей из, да, из Хроники Риддика. Ну, точнее, из первой части. Ну, что, прикольная такая тварь. Раскраска такая неплохая. Так, ну что, ну пока мы, ну, на таком уровне и оставим. Так. У меня, наверное, не хватит. Значит, сколько у меня клеточек? А, да, ну да, у меня не хватит его качнуть дальше. Пропали с карты сейчас вот эти вот диморфодончики, да. То они как только появились, их было полно, сейчас их стало мало. Так, скорость 126 хорошо, жизни мало, урон слабый. Ну, сейчас слабовато как-то. Так, от Диморфодончика у него удар с кровотечением. Короче, за три хода умирает. Одинарный обычный урон с запретом замены. Щит 50% на два хода. И подмена автоматическая. Тоже неплохо. И, кстати, если на него подменяемся, то он сразу бьет и кровотечение дает. Ну, неплохо. Неплохо так, не туда. Нужно его в команду включить. Так, изменить. Ну, давай тебя пока что уберем. Может, конечно, и понадобится потом. Так, 11 уровня он у нас. Тупандактиль. Вот он. Расположился довольно высоко. Ну, давайте, как обычно, по традиции его сейчас протестируем. Четыре боя у нас впереди. Так, у нас здесь Пурусзавр. Ну, давайте пойдем Пурусзаврика. Сейчас нагнем. Так, а Пурусзавр же у нас быстрый, да, по-моему? Но 126. Наш летунчик тоже довольно шустрый. Сейчас посмотрим все-таки, кто окажется быстрее. Так, ну, конечно, хорошо бы на него подмениться. Это было вообще круто. Пуролит. Ну давай, Пуролит. Что-то я его Пурозавром назвал, да? Нет, это у нас Пуролитик. Так, ну давайте рискуем. Мы все-таки шустрее. И удар с кровотечением — это самое то, что нужно. Это была контратака, не кислая контратака. Да чуть ли не добил. Но 412 у него кровотечение очень сильное. Он, конечно, может, нас и добьет. Ну, давайте мы просто подменимся, да и все. Ай, не понадобилось точно. У нас же удар помощнее будет. Вот, кстати, на Тенентозаврика, да, пару штук поймал тоже, кстати, не так давно. Нужно будет его прокачать. Вообще-то это, ну, редкое существо, да. Мы, по-моему, вообще практически не сражались. Бой номер два. Нам тут предлагают уже сразиться с двумя существами. Мы только рады. Давайте сейчас начнем, может, с Тенентозавра. Так, подождите, какие там у нас удары у Тенентозавра? Давайте сейчас посмотрим, у кого здесь что есть. У него нет удара. Ух ты, паралич. Ничего себе. Вот это поворот. А ну-ка, давайте, сейчас давайте. Димодактилас. А, опять у нас тут Пуролит против нас.
Ну давайте на этот раз защитимся. Так, это больно. Мы делаем что? Сейчас бьем еще один удар с кровотечения, следующий удар у нас будет с подменой. У нас щит держит два хода, мы должны это все дело пережить. По идее. Хотя не... Ах ты ж, ё-моё, не пережили. Так. Нехорошо получилось, конечно. А, ну наши ребята все быстрее. Так что давайте сейчас возьмем вот этого парнишку. Так, его добьем. И сейчас подменимся на тенентозавра. Что у него удар сразу с параличом. То есть он подменяется и бьет паралич. Так, а вот этот гаврика. Черт подери, у него иммунитет. Вообще-то зря я этот удар использовал. Как-то по привычке получилось. Ну, щит это, конечно, хорошо. Но у нас есть такая штука. Ну, время пробить по полной. Давай, кровотечение. Черт подери. Ай, ё-моё, что-то так целится на кровотечение, у него же иммунитет, ё-моё. Ну вот, просто давайте хоть посмотрим как-то. По его должно было парализовать, да? Интересно. Ну да, тут удары все такие непроходящие. Ну, неплохо сквозь щит, 300. С критом, правда? Но нам прилетело куда посильнее. Ну надо на другом существе обкатать это все дело. Прикольно ведь. Так, мы можем, собственно говоря, уже слинять, да? Выжил. Молодец. Пробили. Сейчас у него анимашка такая довольно необычная. Так, что нам тут дали? Схватка номер следующий. Так, а ну-ка, иммунитет только есть у первого, хорошо. Ну вот так пойдем. Так, Димодактиль. Ну давай, начнем с тебя. Он, ты все-таки у нас шустрый парень. Но недостаточно. О, черт подери! Того гляди. Так, что делаем? Мы же не успеем подмениться. Тогда подменяемся так. Ударить с подмены не успеем. Паралич. А где паралич? Я ж подменился. В чем проблема? Значок ничего не появился. Странно как-то. Так какая-то лажа получилась. Я не так все хотел. Я когда-нибудь это получу. Так, и вот эта тварь появилась. Чтоб тебе было нехорошо. Я ничего не могу сделать. То есть на паралич ему пофигу, блин. Сейчас мы опять потеряем тенентозаврика.
Классная раскрасочка у него, кстати. Ладно, давайте конкавинатор. Ну, как раз здесь удар сквозь. Так, а контратака у тебя есть? Конечно, есть. О, то была контратака. Молодец. Так. Пурруалитик. Мы делаем что? Делаем вот так. Кровотечение. Почему паралича не было? Или я провтыкал? Ну то понятное дело, что не сработало бы, но... Зуха, татар, выходи. Зачем это я сделал, не знаю. Кровотечение, пожалуйста. Ну, давайте сейчас его вообще высосим из него всю кровь до капельки. А кровотечение исчезло у него? Оно что, всего лишь два хода длилось? Давай добавим. Так, контратака и удар. И чао-какао. Так, ну последний бой, ребята. Последний шанс тенентозавра. Так, ну комбинаха отличная. То есть ни у кого здесь иммунитета вроде как нет. Давайте вот так пойдем. Открываемся нашим тупандактилусом. Кстати, кто здесь самый шустрый? 126, 106, 116, 109. Понятно. Это остальные просто медленные. Оно еще и быстрее, да? Так, ладно, время подмениться. А то мы следующий ход точно не выдержим. То есть, ну, он сейчас проатакует, и нам хана. У него же есть баф на усиление. Ну, где паралич? Вот, но в прошлый раз не было ж такого. А почему... Деплотатор. Почему не работает паралич? Чё за дичь? Фигня какая-то. Ну, высветилось же, что, мол, удар применился, там, все дела. У него иммунитета нет. Или там какой-то мизерный шанс паралича. 66%. Блин, сколько раз я уже это сделал? Блин, и опять. Ну, не фартит нам, ребята. Хана нам. Ну давайте, закровоточим бедняжку. Мы, правда, сейчас и окочуримся сразу же. Я это знаю, я просто хочу. Хочу так сделать. Удар вот этот с подменой может наконец-то из... не получилось, да. Нас тут подловили по-жестокому. Так, ну все, ему каранты должно быть. Ах ты ж гад! А нет, хух, отложенный урон не снялся, то я уж подумал, что это было очищение. Это ж было, по идее, очищение. Почему это она не сняла это? Ну чё, пуралит. У него есть контратака, но она довольно не сильная.
А мы его еще так кританули не по-детски. У нас есть опережающий. Вот этот. Ну хотя. Так, надеюсь, это позволит нам выжить. Это была контратака, да? Ух, отложенный урон его добил. Ну вот такая вот птичка. В общем-то, в целом по ударам неплохой демодактиль. Ну, как маловато жизни. Можете его, конечно, и качнуть. Сейчас надо посмотреть. Но он же 11 уровня, он же эпик, блин. У остальных ребят по 2 штуки жизни. Давайте сейчас поглядим. Так, ну вот у него полторушка, допустим, тот же Тенентозавр, да, у нас 1800 там. Вон это всего лишь 10, ага, какой 1800, 2200, блин, не туда. 2200, вот у этого парнишки. Он же лютый демагер, у него 1400, у него удар хоть 700. А у этого, и он эпик, и жизни мало, и удар такой нищенский. Ну вот это только что с кровотечением, блин, ну чё так, блин, опять не туда. Ну чё так мало? Ну, короче, да, у всех больше жизни. Ну, в целом, короче, птичка неплохая, выглядит хорошо, удары тоже есть, да, но вот что-то с показателями, которые мы дали, слишком слабо жизни и урона, как бы, ну хотя бы одно было бы. Ну, вот такие дела, ребятки. На этом все, всем пока.